Благоустройство города набирает темп. Сегодня городские коммунальщики начали покраску малых форм, лавочек и урн, начиная от Русских ворот до парка Ореховой рощи. Популярное место для прогулок после зимы требует обновления. Только в этот день в порядок привели более полусотни скамеек и урн. Также в планах прямо в ближайшее будущее, то есть мы будем заниматься покраской парапета набережной, это от парохода до капитана. Вот. Также силами предприятия «Римстрой» производится покраска дорожных бордюров по всему городу. Это улицы Крымская, Красноармейская, Шевченко, Самбурова. То есть, ну, все центральные улицы.